В Чебоксарах открылась территория детства. Новая детская площадка во дворе реабилитационного центра не только место отдыха, но и поле для занятий. Для юных воспитанников центра оборудованы беседки, установлены качели, песочница, качалки, игровые сооружения, скамейки для родителей. Все безопасно и подобрано с учетом особенностей и потребностей ребят. Покрытие пола на территории детства – специальная резиновая плитка. Игровой комплекс установлен в рамках федерального проекта на средства акционерного общества Т+. Кроме того, часть работ профинансирована из фонда благотворительного марафона «Именем детства во имя детства». Появление такой современной площадки смогут оценить и дети, и родители, и педагоги. За весь год в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями проходят лечение более 1500 ребят со всей республики.